Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы сделать такое предсказание по поводу судьбы Украины. Считают, что Украину ждет гражданский конфликт, гражданская война. К этому ведут ее политические деятели, партии. Все больше и больше появляются людей и партий, которые разделяют, которые сталкивают народ между собой, различные верства населения, людей, в любой организации разделение. Минимум на 2-3 части люди разделяются на группы и их сталкивают между собой. Считают, что Украину ждет гражданский конфликт из-за политической безграмотности людей, доверия людей к политикам. И чтобы избежать этого, люди должны понять, что кроме их самих, никто им не хочет улучшить жизнь. А все остальные, которые кричат на каждом углу, что они хотят улучшить жизнь, лишь играют на эмоциях людей. Верить никому нельзя, особенно тем, кто идет к власти и стремится ее получить, так как стремление к власти есть несчитание, не считаются с любыми какими-либо правилами, с любыми какими-то совестливыми законами. Стремление к власти предрасполагает людей угождать избирателям и лгать им. Считают, что Украину ждет очень тяжелое время и гражданского конфликта не избежать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, высказывайте свое мнение. До новых встреч!